25 мая в Кашхабском сельском поселении открылся новый современный цех по забою мяса птицы. Предприятие достаточно мощное, будут перерабатывать до 500 голов в час. Открытие такого цеха стало возможным благодаря грантовой поддержке. Сегодня у нас в районе, именно в ауле Кашхабль, открыт мясобойный цех, именно вот убойный цех для птицы. Давно действительно назревалась она в нашем районе. Как наш район является одним из птицеводческих районов всего Республики Адыгея. Значит, у нас в районе работает в крестьянско-фермерских хозяйствах где-то около 15 птицеводческих ферм. В районе, значит, производят мясо птицы более 2000 тонн в год. До этого момента у нас в районе не было бойного цеха. Все производители птицы, значит, должны были продать его, как бы можно сказать, живьем продавали. И 2 года назад фермер Папа Врусик, значит, заявился на грант на строительство убойного цеха птицы. Значит, получил гранта более 8 миллионов. Плюс софинансирование около 6 миллионов они своих тоже денег вложили туда. И вот построили такой хороший птицеубойный цех. Это значит около 500 голов в час они забивают мощный убойный цех. Это создание рабочих мест. Для наших птицеводов это очень приоритетно. Так что я думаю, что это хорошее направление и в дальнейшем для развития птицеводства вообще в целом. В открытии производства приняли участие глава района Заур Хамирзов и начальник отдела экономического анализа и реализации программ Абрек Шиужев. В ходе ознакомления с объектом было отмечено, что стоимость предприятия составляет более 14 миллионов рублей. В новом цехе есть все необходимое для работы. Технологический процесс производства мяса птицы осуществляется в следующей последовательности. Приемка и доставка птицы, первичная обработка. Сюда входит навешивание птиц на конвейер, убой, шпарка, ощипка, потрошение тушек, отрезание ног, сброс тушек с конвейера, охлаждение для последующей упаковки. Для хранения продукции на предприятии установлены холодильные камеры большого объема. Ознакомил гостей с работой убойного цеха сам руководитель ИП глава КФХ Руслан Папов. Важным моментом в работе цеха является утилизация отходов производства. По словам предпринимателя, для этих целей заключен договор с Тахтамукайским заводом для утилизации биоотходов. Открытие цеха значительно упростит работу местных производителей птицы, ну и, конечно же, создаст новые рабочие места.